Лучший предприниматель Сарова, конференция поставщиков, вкусно-фест, семинары для предпринимателей, различные акселераторы. Это лишь малая часть проектов, которые реализуют в нашем городе Центр поддержки предпринимательства. ЦПП всегда призывает предпринимателей участвовать в конкурсах и проектах и сами не остаются в стороне. В этом году директор центра Евгения Калачева участвовала в конкурсе на лучшего руководителя и стала победителем. Впрочем, Евгения Викторовна подчеркивает, что это не ее личная победа, а достижение всего коллектива. Награждение состоялось в законодательном собрании в Кремле в Нижнем Новгороде. Награда подписана Евгением Борисовичем Люлиным, что очень ценно. Это уже не первая наша награда, которую мы получаем, участвуя в различных конкурсах. Но вот такого уровня награды у нас пока еще не было. Конкурсная комиссия оценивала текущую деятельность организации, реализуемые проекты, планы на будущее. Особое внимание уделяли взаимоотношению в коллективе, оценивали командную работу. Как отметила Евгения Калачева, среди руководителей было много женщин. Представительницы прекрасного пола реализуют себя в различных сферах и добиваются выдающихся результатов. Когда мы были на вручении, там был и бизнес, была и социальная сфера. Достаточно много объектов социальной сферы было награждено. Выходили женщины-руководители промышленных предприятий. Вот, честно, очень приятно смотреть. Ну, конечно, и мужчины получали эти награды. Еще раз повторюсь, это достижение всей нашей команды. Это наша общая работа, наши проекты. Секрет успеха еще и в тесной коллаборации с другими ведомствами и организациями. Наш ЦПП активно взаимодействует с другими центрами поддержки предпринимательства в регионе, правительством области, администрацией Сарова, ассоциацией промышленников и предпринимателей. Благодаря совместным усилиям рождаются новые идеи и проекты, благодаря которым бизнес-сообщество в нашем городе развивается. Мы говорили в нашем эссе о планах и по формированию женского бизнес-сообщества, о планах по развитию социальной сферы. Пока не буду говорить, но у нас уже на август запланировано тоже грандиозное такое событие. Об объединении, да, с другими, о взаимодействии с другими центрами поддержки предпринимательства. Не просто для того, чтобы нам пообщаться, а для того, чтобы наши предприниматели смогли установить устойчивые какие-то связи, договоренности, заключить договора. Мы поздравляем Евгению Калачеву и ее коллектив с заслуженной наградой. Желаем новых побед и достижений. Екатерина Апенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.